У нас опасные моменты сегодняшнего матча. Атака команды Бибарес. Титов пытался сделать атаку, но случайным образом получил повреждение. Александр Ананикин пытался попытать опасно. Но не получилось сделать бросок должным образом в этом моменте. Очень много моментов, конечно же, спас дал Игорь команды Алтай Торпедо Нурек, за что стоит ему отдать должное. А вот здесь посмотрите, что же творит Захар Любин. Невероятное. Конечно, высший пилотаж техники. Шайбы. Вот таким вот образом он забивал первую шайбу в этом матче. Очень здорово. Славу Нуреку, и таким образом Титов очень даже легким образом забил свою шайбу. Ну и опять-таки ловкий, быстрый Захар Любин делал передачу на своего партнера. Однако не получилось в дальнейшем забить шайбу. На этом атаки команды Ибара не остановились. И также имели очень хорошую возможность для того, чтобы забить шайбу, если не ошибаюсь. Нет, это все-таки все тот же Захар Любин, но, к сожалению, вот. Случилось и одно из нарушений правил, которое оставило подопечный Артем Владимирович Николаевич Мечетей, а Артем Владимирович получили свое преимущество и использовать его на все 100%. Здесь мы смогли переиграть Мангина игроки команды Алтай Торпедо. После передачи Москалева Александр Ананич без каких-либо проблем забросил шайбу в ворота Захи Нурека. Очень далеко вышел Нурек, пытался сократить дистанцию, однако это, скорее всего, ему и помешало, за счет чего Александр Ананич забил четвертую шайбу в этой игре. Нет, третью. После этого Егор Кожевников кичит прицельным броском атаки. Вот как раз таки тот момент. Егор Кожевников делает счет 4-0. Нурек, конечно же, мог как-то противостоять этому удару, броску, но те, кто сейчас находится на льду, конечно, образцовая победа. Не так много нашему вниманию статистика. Конечная статистика этого матча колоссальная. Еще раз повторюсь, переиграли, вот буквально переиграли. С колоссальным преимуществом команда Бибарес своих гостей. 47-12 по броскам по воротам. 38 выигранных вбрасываний против 14. По забитым голам в большинстве 2-1. По забитым голам в меньшинстве 0-0. Ну и в два раза больше времени гости провели за пределами льда. 6-12. Таким образом заканчивается у нас матч со счетом 5-1. С вами были я, Токмурдиев Азамат, и мой коллега Кадырбаев Ислам. Рады были быть с вами, дорогие друзья. До скорых встреч!